Сегодня у нас 1 июля 2016 года. Это пятница. Сегодня у нас костер в лагере Стана Православного. Вот крапива у нас для засыпки картошки. Чтобы она там могла томиться. Много крапивы-то. Вы бы выше больше этой наложили щепы в разной. А мы уже наложили ее. Первые посетители костра. Подымимся, чтобы нас комары не полюбили. Да, как раз дыму полно. Да. Съели. Ну, вообще клубничка еще зеленая. Для чего, Володя? Ну, пилить? Для чего? Пилить? А что пилить? А они тут некоторые попадаются, это такие деревянные уже. Они не это, не рубятся. Вот этот мусор, который сжигать надо. От него много золы. Ну она здесь это вот сырое все. Плохо горит. Ну вот не горит, так она. Нет, она плохо горит. Она, горит. Она не хуже крапивы-то. Она подсохнет и загорит. Ну понятно. Ее надо ложить. Крапиву совсем немножко надо. Как духовный. А дети что делают? Клубнику собирают. Так, ты теперь прибереги. Вот, прибереги все это. Ага, ладно. В загон тебя загнали. О, какой красивый. А у Фаси увидели что? Что? Пошлите пока. Да нет, ладно. Вообще не приеду. Да не, я облака смотрю красивые. Давайте аллилуйя. Дядя, давайте аллилуйя. Тут никто не поверил. Что надо, брат, дать? Мы можем спеть аллилуйю. Где моя тетрадка? Остатки надо посмотреть, да, засыпать заново. Вот кому тебе только, кому еще? Подожди, подожди. Ну как? Ну так, ровно слово. Это надо было чуть-чуть разгребсти еще. Тебе жира не хватит потом. Не-не, брат, это, брат. Этим просто немножко поравняюсь. Ну, драблится. Да, начал замечание сделать сразу. Жизни
Нестор, присоединяйся. Дико. Палатку ты туда зарадим. Да, все, закидывай. Этот костер закинь, который горит туда сверху. И сверху вот эту кусю-кучу. Где угли, да? Все угли вообще подгреби туда. Ну. Да. Голубые твои небо, белые одежды, чистая озерная вода. Вот. Расступятся волны, и прощенный грешник скажет Иисусу слово «да». Верую услышат камни у прибоя, верую услышит дальний лес, верую услышат чайки над тобою, нормально, нормально, давай. Как прекрасно Богу жизнь свою доверить, руки благодати над тобой. Новым человеком выйдешь ты на берег, да благословит тебя Господь. Ну-ка, Михаил, отойди сюда. Поднимитесь сюда. Это кто сидит? Андрей. Андрюша, иди сюда. Бери. Я уже взял, Игнатий Игнатьевич. Ну хорошо, ешь, не теряй. Это картошка очень ценная. А это кто стоит? Маша? Соня. Софья, давай, бери. Матушка София. У ней крестик, смотри, она матушка уже у нас. Ой-ой-ой. Ну-ка, сестры, давайте. Бери. Верую, услышит звон небес. Давайте так. Дядя Витя в карман себе положили туда. Давай, дядя Сережа. Ну-ка давай. Вот она у меня, голубушка. Кирилл, бери картошку. Галина Александровна, берите, пожалуйста. Ну давайте, чё. И тебе всех угостила. Спасибо, Христос. Я самую чистую выбрала. Все, давайте. Кому надо картошки, подходите, берите еще. Ого, где тут?
Дай, Володя, это что за желтые тучи такие? Планы не повредила аппарат. Глянь, какие тучи-то какие. Это вообще. Ты всех заснял? Да. Я ухожу сейчас. Больше тут почти не придется снимать. Ты берег покажу, тут приблизь, как светет у нас все. Тетя Галя, вот смотри, какие желтые тучи. Все красивые. А мне вон не поясни, нравится. Что смотрите, какие красивые облака. О, вот это облака. Приблизь, как. А вы же летали на самолете, Игнатий? А? Летали же на самолете. Еще бы. Облака видели? Они внизу далеко. Внизу. Далеко сильно? Внизу а сейчас далеко. Дождь скоро будет. Мы выше намного летели. Ну, мы тоже летели выше, но облака были видны. Я какая думала, красота. Ну, да, я даже не ожидала, что над крылом такая красота. Под крылом, вот вернее. Она. Ты гляди, какие. Я даже описала. Вокруг висит все. А знаете там... еще какую картину видела? Самолет, тень самолета на облаке и вот как в радужном круге. Вот это что? Причем это не просто от снимка, это я видела глазами. Может быть и так. Еще, Володенька, я уезжаю. Все, с Богом. Сделал все, что мог. Выключай. Кровь сейчас. Все.